подбросил. Осуществил бы сделку. И подготовьтесь получше. Я к вашим услугам. Да. Вы что, здесь живете? Ну, спартанцы не нуждались в удобствах. Да, и в результате надрали задницы. Я не пошел домой. Мне хотелось пройтись. Переварить, обдумать все. Есть моменты в жизни, когда ты знаешь, что вышел за свои границы. Твоя старая жизнь кончилась. Ван Лун был моей границей. Я получил свой шанс. Уолл-стрит предоставит мне деньги. Но как далеко я смогу зайти? Председатель правления? Может быть, президент? Пришло время встряхнуть свободный мир и заняться делом. Но вдруг очередной скачок. Как я прошел последние 20 кварталов? Потом еще 10 кварталов. А потом я уже в пригороде. Я не умею драться. Или умею? Используйте крючковый захват, чтобы как можно сильнее раздвинуть рот. Просто ставьте пальцы вот так. По чувствительным местам, по глазам, в горло, в пах. Если вас ударит, не останавливайтесь. Ваша настойчивость обезоружит противника. Сбейте вашего оппонента с ног и, пользуясь моментом, вырубите его.